Мимир, почему у тебя в глазах кристаллы Бифреста? Это подарок великанов. Они решили, раз я столько путешествую между мирами, то нужен кристалл, который я точно не потеряю. А больно? Ну, я же благоразумно предпринял меры. Заранее накачался 16 кубиками эля из слез, пролитых девами волн. Напился так, что убеждал великанов вставить мне эти кристаллы в соски. Чуть не уговорил. Представляешь, Мимир кристальные сиськи. И да, было время. Ладно, ладно, все, молчу. Вот любите вы, ребята, пошуметь, да? Thank you.
завидую тому, кто попадет под удар. Что там с другим делом? Что вам на этот раз нужно? Встречи где-нибудь.
Ты свернул не туда, брат. Путевой зал наверху. Надо бы сперва разобраться со всеми делами. Мало ли, сколько мы там пробудем. Резон. А когда... Магний Моди сняли Грунгнира с Тора. Магний был белокур и получил всю славу. А Моди злился за это на брата до самого конца. О котором ты и сам Мимир, почему ты служил Одину, если он так ужасен? Так ради карьеры же. Хочешь состояться как советник короля, приходится иметь дело со всякими психами. А что делать? Хороших мест мало. Мой первый хозяин был жесток, но с ним я научился прибегать к силе ума, что помогло мне потом на службе у королей и богов. Знаешь, то я попозже расскажу.
Пойди сюда. Тут сказано: слава Мацагмиру, королю гному, да будет его правление долгим, успешным и мирным. Добро пожаловать в Конунсгард. Хочу убедиться, что вы подготовились. После развлечений безумного короля там осталось много разных мерзостей. Каких еще забав? Ну, разные. Жертвоприношения, чары, магия крови. Раньше у гномов это было сплошь и рядом. От старых привычек трудно отказаться. Ого! Смотри, еще дракон. Я все вижу. На цепи. Надеюсь, мы найдем алтаряков. Замок огромный.
Король-гном поймал несколько драконов. Наверняка они были нужны для легендарной брони. Интересная мысль. И разумная. Почти все части драконов полезны и наполнены силой. Зубы, чешуя, даже экскременты. Чего-чего? Дерьмо. Очень мощно. С тобой весело. Да, я сам понял. Не царапины. Ничего себе тут вход. Материалы для легендарной брони наверняка особенные. Надеюсь, легендарные доспехи стоят этих усилий. Если уж Брок и Синдры взялись за это вместе, наверняка дело стоящее. Хоть им-то ты веришь? Атрей, тебе я верю. Легенде нет. А!
способы это выяснить, но они очень грязные. Пожалуй, не важно.
Сын. Ладно. Новая метка. Чем Вейдергард. Да, сила короля гномов велика. Что с ним случилось? Это великая тайна, даже для сынов Ивальди. Под конец Мацагнир стал вести себя очень странно. Почему? Две гротика. Те самые доспехи. Он нашел два материала, а третий так и не сумел. Что, думаю, и свело его с ума. Thank you.
Нужны 3 входных камня. Атрей, ко мне!
Дикий!